конференция, она уникальна, потому что она будет посвящена вопросам не только женского здоровья, но и мужского. Потому что прежде всего мы будем говорить в первый день, то бишь сегодня, о женском здоровье в рамках урогинекологических заболеваний. А эти заболевания очень часто встречаются, и самое главное, что они нарушают качество жизни. Они снижают резко все аспекты качества жизни женщин. Завтрашний день, он также будет очень актуален, и мы в большей степени будем говорить о таком актуальном заболевании, как рак шейки матки. И надо сказать, что, к большому сожалению, в настоящее время рак шейки матки помолодел, поэтому вы услышите все самые-самые современные, самые последние подходы. И надо сказать, что мы сейчас активно работаем над клиническими рекомендациями, и поэтому практикующим врачам будет представлена информация именно по практическому аспекту. Алгоритм действия, методология подходов к тому или иному заболеванию. Место, где сейчас мы находимся, это крупнейший университет в Российской Федерации. Это наш партнер по именно образовательному направлению в медицине, который сейчас реализовался уже не только в проведении конференций, съездов, но также это в системно-образовательном процессе. Это очень важно, потому что уже в стенах университета растут будущие биологи и будущие медики. Для университета это, конечно, большая честь принять такую большую серьезную конференцию. Университет последние несколько лет осуществляет огромное количество разработок научных и образовательных в плане медицины. И, конечно, сейчас это наша основная задача, как можно ближе стать клиническому сообществу и как можно больше наших прикладных исследований привести к реальным, ну, как бы сказать, доклиническим, клиническим исследованиям и просто больным. Есть ряд проблем, которые не решаются должным образом в практической сфере здравоохранения в связи с тем, что испытывают специалисты дефицит информации, то есть недостаточно знаний по определенным направлениям. Вот. И данная конференция, она как раз призвана пролить свет на ряд вот этих вот вопросов практических. Будут представлены доклады о применении современных технологий в конкретных клинических случаях, связанных с женским здоровьем, с урологическими проблемами. Конференция, она находится в целях и в духе нашего университета, который занимается прежде всего нацпроектами демографии и здравоохранения. Я думаю, что именно на этой конференции будут рассмотрены вопросы здоровья женщин, здоровья детей, которые важны нашей стране. И сегодня президент неоднократно говорит о том, что нужно поддерживать здравоохранение, в том числе здоровье женщин.